Сегодня в Ульяновске под председательством полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича и члена Госсовета Китайской Народной Республики Ян Цзычи прошло первое заседание Совета по сотрудничеству регионов Приволжского федерального округа и верхнего среднего течения реки Янцзы КНР в формате Волга-Янцзы. Чувашию представляла делегация во главе с Михаилом Игнатьевым. Работа по укреплению и диверсификации связи регионов ПФО с Китайской Народной Республикой проводится с 2013 года. В проработке с обеих сторон находится более 60 инвестиционных проектов, в том числе более 20 в степени реализации, отметил полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Сотрудничество будет развиваться и дальше, но уже в новом формате. Бизнесмены Китая проявляют интерес к Чувашии. В ближайшее время в Новочебоксарске планируют создать производство глифосата. Этот проект презентовали на заседании Совета. Сегодня же глава республики Михаил Игнатьев подписал соглашение о сотрудничестве с провинцией Аньхой. И уже завтра официальная делегация этого региона приедет в Чебоксары с официальным визитом. Подробнее о работе чувашской делегации в Совете по сотрудничеству регионов ПФО и верхнего среднего течения реки Янцзы мы расскажем завтра в информационном выпуске «Республика».